назвою «Казковий Київ». Це арт-проект, мета якого – нагадати дорослим і розповісти сучасним дітям про казки Ганса Христіана Андерсена, братів Грім, Шарля Перо та інших авторів. Дійсно, першими книгами в житті дитини є казки. Саме вони знайомлять малюка з навколишнім світом і формують його характер. Які казки треба читати дітям, розкажуть наші гості із Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва імені Бориса Лавриньова. Вже за мить. Вітайте наших ранкових гостей. До нас завітали Юлія Майстренка, завідувач сектору соціокультурної діяльності Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва імені Бориса Лавриньова, та Галина Таворська, завідувач відділу абонемента Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва імені Бориса Лавриньова. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Ну і сьогодні надзвичайно цікаву тему обрали, яка звучить казки. І дійсно і дорослі, і діти захоплюються цими книгами. І ми й досі віримо в дива, які там розповідаються. Ну і, власне, знаю, що не просто говоритимемо про казку, але і говоритимемо про її інтерпретування навіть в Голлівуді сьогодні. Да, давайте продовжимо рубрику «Приколи п'ятниці». Сказочні приколи п'ятниці, тому що сказки на ніч дійсно люблять не тільки маленькі діти. Всем нам в такой сложной жизни иногда требуется, да, какая-то доля позитива, каких-то сказочных событий. Мы хотим верить чудесам, мы хотим верить, что все будет хорошо по традиции сказочного жанра. И если эта история еще завернута в красивую упаковку, то мы с удовольствием ее будем воспринимать, да, там через книгу или через голливудские интерпретации. Давайте посмотрим, как же вот действительно сказочные сюжеты очень умело, очень мастерски, очень красиво спрятаны именно в голливудской упаковке. Вспоминаем, пересматриваем и живем-поживаем, добра наживаем. Итак, всем известный сюжет «Золушки». «Золушка» имеет бесконечное количество экранизаций, мультфильмов, старая «Золушка» советская, новая голливудская интерпретация. Но это именно экранизация. А мы говорим, например, о такой киноинтерпретации, как «Красотка» 90-го года в ролях Ричард Гир и Джулия Зараз Роберт. Зараз все подумали, что мы не дочитали. Что-то мы не досмотрели в сюжете, да? Ну, нет, мы сразу вспоминаем, что роскошное красное платье, да? Замечательную широченную улыбку Джулии Робертс и ухмылку одного из главных красавчиков Голливуда Ричарда Гира. Он в этой истории выступает, собственно, в образе сказочного принца. Только вместо белого коня у него шикарная машина. Вот, ну и прочие атрибуты что-то красивой жизни. Да, тоже неплохо. А бесприданница в лаковых ботфортах и короткой юбочке, в отличие от сказочной героини, не крупу перебирает, она больше на свежем воздухе, с людьми общается, работает. Вот. Но, тем не менее, жизнь у нее тоже тяжела, и случайная встреча, небольшая трагедия на фоне классовых разногласий, но в финале любовь побеждает, все замечательно, все хорошо, красивая сказка, которая... Прочих традиция хэппи-энда. Да, ну а взрослые девочки, ну что вы, вот признайтесь, вы же пересматриваете «Красотку». Иногда, чтобы никто не знал. Тихонечко, потому что этот сюжет нас, женщин, очень глубоко трогает именно вот в такой киноинтерпретации. Ну, я нещодавно, власне, збиралася переглянути «Красотку», так що в мене сьогодні вже п'ятницю буде. Наступна казка. Казка про рибака і рибку. Всі ми знаємо цей сюжет. Кіноінтерпретація «Засліпленої бажаннями» вийшла стрічка на екран у 2000 році і у головній ролі Елізабет Херлі. Це у Пушкіна мудра і вдячна рибка у вдячність за порятунок виконувала забаганки такої старухи рибака. А в кіноверсії за таку роботу здатний взятися тільки диявол і в дуже привабливому образі. Та й бажання не дуже везучого програміста, який закоханий у
свою колегу, наша рибка, виконує не з доброї волі, а в обмін на душу персонажа. Смішну, безглузду і легку комедію про сенс бажань варто подивитися хоча б заради Елізабет Херлі, яку зараз ми, на жаль, не так часто бачимо на екранах. А диявол в такому розкішному тілі з легкістю штовхає нашого героя на безумство. І до фіналу картини він все ж таки стане трошки мудрішим, трошки розумнішим, але перед цим переживе масу таких ситуацій комічних і не дуже, і все буде добре. Але побудова традиційна казки зберігається. Так, мораль в кінці маємо. Бійтеся своїх бажань. Да, они иногда сбываются. Сюжет «Спящая красавица» тоже всем хорошо известен. Я так думаю, что одна из последних киноверсий, это была «Малефисента», они там взяли, да, за основу. Ну, они ушли далеко от сюжета. Сказка, да, замечательно, но как можно ее красиво интерпретировать? В фильме «Поговори с ней» 2002 года, его мало кто знает, потому что это сказка, которая попала в руки Педро Альмодовара. И тут же она обрастает безумствами, шокирующими поворотами. Ну, что поделать? Классно, все еще потрапляли. Да, это все сразу превращается вот в какой-то маленький дурдом. Но почему нет? История, в которой сразу две красавицы уснули глубоким сном, который на медицинском языке называется комой. А принцы стоят рядом. Они же принцы, что они могут делать? Взывать к разуму возлюбленных, рассказывать им о своих чувствах и ждать, пока они очнутся. Испанский режиссер никогда не брался за простые истории, бросая каждый раз вызов себе и зрителю. Но он погружает нас в мир очень свежих эмоций. То есть вот его взгляд, это действительно на первую, да, такому среднему зрителю может показаться шокирующим, но я считаю, что это очень, очень бодрит такие сказки. И в финале хитросплетенный сценарий, написанный самим Альмодоваром, получил помимо фестивальных наград еще и Оскар, второй в копилке режиссера. Наступна казка, всім відома, «Рібка». Внимание, «Рібка» по Голлівуду. О, цікаво, що це в Голлівуді? 11 друзів Оушена. Кінострічка вийшла на екран у 2001 році. У головних ролях Джордж Клуні, Бред Піт, Мет Деймон, Джулія Робертс. Здобич, на яку націлився містер Оушен, зі своїми подільниками забезпечила б його, його друзів і друзів його друзів ще на багато років. 160 мільйонів доларів. Це така сума, рібка, сума, да. Але цю суму, цю рібку не витягнути самотужки, і тому, як і в касті, тільки добре злагоджена робота допоможе здійснити це бажання. І всього за одну добу команда фахівців широкого профілю планує пограбувати відразу три успішних казино Лас-Вегаса. І зрозуміло, не просто так, всі вони належать новому містеру, колишній місіс Оушен. Фільм за амбіціями і касовими зборами переплюнув своїх героїв і зібрав у прокаті 450 мільйонів доларів. Реально, казково. Це дуже сказочна історія. І завоював право на продовження з залученням дуже відомих акторів, до тих, що вже там є зірок, це Аль Пачино, Венсан Касель і Кетрі Зета-Джонс. А мы продолжаем сказочные сюжеты. Внимание, колобок. Вот вы можете догадаться себе, что такое колобок по-голливудски? Ну, я вынимаю. Вот, а это киноинтерпретация «Поймай меня, если сможешь» 2002 года. И в ролях без, ну, такой звездный состав, Леонардо Ди Каприо и Том Хэнкс. Подобно самоотверженному хлебобулочному изделию из нам знакомой сказки, главный герой фильма – это юный мошенник. Уходит от преследований и погонь. На хвосте – опытный лис, агент ФБР, который решительно настроен наказать преступника по всей строгости закона. Колобок, колобок, я тебя съем. Но это реальная история молодого авантюриста Фрэнка Абигнейла, который сбежал из дома еще в возрасте 16 лет и стал настоящим виртуозом вот в таком мошенничестве. И кем только наш колобок не был, да? Если вы помните сюжет фильма, но если не помните, то это хороший повод его пересмотреть и, опять же, с мыслью о колобке, как это все параллельно проходит у нас. Живет на полную катушку и опережает хитрого лиса из ФБР всегда на один шаг. Но в конце концов мы имеем хэппи-энд. Колобка не съели, он
задумался, остановился в какой-то момент, задумался и стал, в общем-то, законопослушным гражданином и даже стал помогать ФБР. Все закончилось краще, чем да, по итогам, две номинации на «Оскар», одна на «Золотой глобус» и очень высокие рейтинги картины, которые позволили говорить о Ди Каприо как о талантливом актере, а не просто о смазливом утопленнике с «Титаника». Але який він був романтичний. Ой, як він красиво тонув, да? Всі дівчата так. Наступна казка «Бридке качення». Кіноінтерпретація «Моя прекрасна леді», стрічка 1964 року з Одрі Хепберн у головній ролі. Ну, взагалі дивитися, як сіре незграбне качення підростає, набуває грації і на очах у глядачів перетворюється на прекрасного лебедя, любили в усі часи. І такі фільми продовжують штампувати і зараз, продаючи їх недосвідченому глядачеві, як гарячі пиріжки по доступній ціні. Ну, згадайте, «Не родись красивий», як на приклад. Тут же гадкий утенок, да, в принципі. Так, «Бридке качення». Але далеко не всі можуть зрівнятися з голівудською класикою, яка отримала одразу 8 Оскарів. І на відміну від казкового «Каченяти», голівудська «Замазура» проходила шлях перетворення під пильним керівництвом професора, який взявся навчати юну квіткарку грамоті і манерам заради перемоги у дружньому парі. Наполегливі тренування, прекрасні костюми роблять свою справу. І в фіналі героїня Одрі Хепберн не тільки перетворюється на прекрасного лебедя, але й підкорює серце затятого холостяка. Чим не гарна казка? Дуже хороший сюжет, да, так, да, все хорошо, да, закінчилось. Ще об одній культовій сказці ми не можемо сьогодні не вспомнити, тому що в 15-му году исполнилось 150 лет со дня первого издания сказки «Алисы в стране приключения Алисы в стране чудес» англійського писателя Льюіса Керрола. Почему мы называем эту книгу культовой? Потому что написанная полтора столетия назад, эта книга до сих пор нас, скажем так, бодрит, будоражит, задает какие-то вопросы, на которых мы еще не нашли ответы, и, наверное, никогда не перестанет нам нравиться, потому что Льюис Кэрролл вложил в нее какую-то особую магию слов. Существует десятки художественных фильмов, вы знаете, что, в общем-то, на эту сказку можно мультфильмы, фильмы с Джонни Деппом, сняты по Алисе или по ее мотивам, сотня музыкальных альбомов, отдельных песен, компьютерные игры, радиоспектакли, мультфильмы и очень-очень многое другое. Отсылки к Алисе есть даже в таких, казалось бы, далеких от сказок вещах, как «Обитель зла» и «Матрица». А в 60-х годах, во время расцвета психоделической культуры и эпохи хиппи, книга стала вообще интерпретироваться по-другому. Там сразу обратили внимание на различные мистические зелья, на грибы, меняющие физическое состояние, на синюю гусеницу, которая курит кальян. И вся атмосфера сказки была написана в эпоху, когда опиум был законно использован. То есть до сих пор все говорят, что курил автор для того, чтобы создать такую сказку. Сюжет, да, так замысловатый. И поэтому некоторые считают, что вся концепция Алисы – это одно красочное описание какого-то наркотического трипа. Но мы будем говорить сегодня о еще одной очень неожиданной киноинтерпретации этой сказки. Так, наибольшая цікава киноинтерпретация – это «Лабиринт» 86-го року. У головних ролях Девід Боуї і Дженніфер Коннеллі. І насправді казок, які надихнули на створення цієї стрічки, було дві. «Аліса в країні див» і «Чарівник країни Оз». Це відчувається і за нас, і за декораціями картини. І юна дівчина відправляється в країну лабіринт не заради кумедного кролика з годинником, а щоб врятувати молодшого брата, якого викрав король гоблінів. На своєму шляху вона зустрічає безліч перешкод і персонажів, милих і не дуже, і шлях до королівства буде повним пригод і небезпек. Так-так, це все дуже схоже на «Алісу в країні див». Але тим не менше, у саме цієї картини багато своїх особливостей і відмінностей. І головною прикрасою цієї картини, безумовно, став британський рокер Девід Боуї, який написав пісні до цієї картини і більшість з них саме виконав. І Алісу видавали майже в усіх країнах. Цю суперпопулярну книгу ілюстрували тисячі художників по всьому світу, і не дивно, що навіть Сальвадор Далі взявся до ілюстрування цієї книжки і створив декілька чудових ілюстрацій. А кожен, хто прочитав цю книгу, не зможе розстатися з цією чудовою маленькою дівчиною і буде розгадувати разом з нею загадки, розсипані на сторінках цієї чудової книги.
Ну, сказки действительно в тренде, и сейчас многие звезды решают порадовать малышей и создать свои поучительные истории, то есть мало нам сказочных сюжетов, которые интерпретируют все как угодно. Например, Мадонна в 2002 году издала книжку для детей «Английские розы». Уж чему-то Мадонна учит детей, я не знаю, но, наверное, как бы ей есть с высоты своей прожитой жизни, что сказать детям. Джон Траволта, Стинг, Пол Маккартни, Вупи Голдберг написали детские книги. А режиссер Люк Бессон написал целых 4 детских истории про Артура в «Стране мини-путов». Вы помните эту замечательную сказку. Как утверждает сам Бессон, он списал характер Артура с себя, в общем-то, в молодые годы, в детском возрасте. Тина Кароль, украинская певица, написала сказку «Большие приключения паутинки». Тим Бёртон, можете себе представить, взялся тоже за сказки, причем книга называется «Унылая смерть мальчика устрицы» и другие истории. Мало того, что это «Унылая смерть мальчика устрицы», Тим Бёртон еще ее сам проиллюстрировал. Неудивительно, что эту сказку пока еще не перевели на украинский язык. А Боб Дилан, оказывается, издал книжку, предназначенную для детей от 3 лет и старше. Называется книга так же, как и его старая песенка, очень без затей, Forever Young. То есть вы всегда будете Forever Young для сказочных историй. Спасибі величезне за цей такий екскурс у Голлівуд у прямому ефірі на телеканалі «Скіфі». Зрозуміло, що казки завжди збуджували уяву всіх режисерів, акторів, відомих людей, які ви вище перерахували. Наскільки сьогодні казки цікаві дітям? Сучасні казки чи читають, беруть книжки? Читають. Ну, той же Гаррі Поттер, він починався як казка, його читають і діти, і дорослі. Я декілька разів перечитувала Гаррі Поттера, ну, і це нічого немає у цьому такого поганого. Читати казки можуть і дорослі, і діти, і не треба соромитися читати казки. Бо всі ми в душі діти. А за народними казками приходять? Ну, за народними сказками приходять, тому що в школі задають. Вот не хватает там в народных сказках немножко какой-то вот какого-то современного драйва. Но, с другой стороны, к народным сказкам можно обратиться чуть позже, потому что если бы мы знали реальные сюжеты, которые изначально были в этих сказках, мы бы поняли, что все не так просто. Средневековые родители учили своих детей жизни, собственно, на сказочных мудростях. И вы понимаете, чем отличается жизнь в средневековье от жизни сейчас, да? В сказках сразу была заложена мораль для детей. Ничего хорошего с вами в этой жизни не произойдет, если вы не будете внимательными, осторожными и во всех видеть врагов. То есть все очень страшно, все были очень злые, все сказки были очень жестокие. Но, собственно, дети на этом вырастали, выживали и давали жизнь новым поколениям. Сегодняшние сказки, вот то, что мы называем народные, это уже, конечно, они в большинстве своем адаптированы, они уже больше настроены на наших детей, которых, так, наоборот, говорят... Они мягкие. Да, они очень мягкие, они, чтобы не травмировать нежную детскую психику. Что правильнее, я не могу сказать. В средневековье были свои законы, сейчас свои, жизнь диктует свои законы, поэтому сказки тоже разные. А Гарри Поттер почему не выходит вот из тренда, да, сколько лет он писался, потом сколько лет он экранизировался, мы все ждали новую экранизацию. А Джоан Роулинг замечательно растет вместе со своими читателями. Первая книга – это действительно сказка на возраст 10 лет, то есть на Гарри Поттера, который вот узнает, что он волшебник. И последняя книга – это же, ну, скорее, какой-то уже философский роман, то есть его трудно отнести, ну, сказочным. Ну, на тих казках можна зростати. Да, да, да. Именно читатель рос с каждой книгой. Каждый год обучения в Хогвартсе, это каждый плюс год. И вы помните, как эти книги выходили? Мы ждали год для того, чтобы они получить их в переводе. И вы знаете, хоть и Джоан Роулинг зареклась, что я больше никогда не вернусь в мир Гарри Поттера, ну... Уже десь там пише. Она уже написала. Вышла... Экранизация. Во-первых, есть 8-я книга. Она написана в форме пьесы. Лондонский театр ее уже в этом году поставил. Самое интересное, что Рон Уизли там играл негр. Ну, в общем, афроамериканец, извините. Вот, оригинальная постановка. И, насколько я знаю, ее уже вот не за горами то ли перевели на украинский, то... Ну, вот мы ожидаем ее. Будет ли читатель, который фанат Гарри Поттера, читать ее в виде пьесы? Ну, наверное, будет. Наверное, будет. Как ее будут экранизировать? Наверняка будут. Но пока она дошла до идеи 8-й книги,
Она написала под разными именами еще три книги из цикла «Обязательные учебники для изучения в Хогвартсе». Значит, это «Квиддич сквозь века», это сказки Барда Бидля, помните, отсылка была к ним, да, в седьмой книге, и «Фантастические твари и места их обитания». Это та премьера, которую мы все с нетерпением ждем в этом году. То есть, мы чекаем на да, вселенная Гарри Поттера нас не отпускает, да, и мы ждем от новой встречи с ней. Тому не пропустіть, а ми так само чекаємо на нові зустрічі із вами, аби дізнатися ще більше цікавого про книжки. Кажуть, якщо казка стане дійсністю, то кому вона тоді буде потрібно? Так і воно так і є, так? Тому вірте в казки, у дива, і нехай буде ваше життя схоже на казку, але нехай у ньому буде менше казкарів і більше чарівників.